и прекрасные. Да. Вот так вот. Триндец. О. Как ты преобразился? Свет идет. Совсем черт. Покрасится обратно. Меня косит, да? Блестяще. В скором времени я вернусь в Киев. В одну реку не войти дважды, говорите. Вообще ты такое, что ты представляешь из себя для общества? В общем, вернулся, роликов будет меньше, но они будут. И очень хочу стрим, еженедельный, ежесубботний. Ну а сейчас пойдем реакции смотреть. Друзей блогеров и не только. Лицо свое, пожалуйста, вот красивейшее, давай покажи. Ну ой, ой какой, ой, ну поехали. Что-то опять термоложе стал на 2 года. Пиздолос. Ваня. Триндец. О, у меня тоже прыщ тут как раз выскочил. Что? Это пранк по цветом волос? Да. Какой? Угадывай. Белый. Вау, ты угадала. О, факинг шит. Тут они как солома такая. Спасибо, спасибо. Вау, новый цвет волос. Да, или не так? А, точно. Давай полностью покажи, что ты как это, как Эмма. Не, ну, сразу видно, няшка, кудрявая няшка. Как вообще мне пришла в голову идея вернуться обратно в блонд? Ну, или сжечь волосы к чертям собачьим, получив цвет детского поноса. Я иду краситься. Я иду краситься. Я покрасился. Четыре часа утра. Самое время посмотреть мемы. Про себя, конечно же. Хотя не, у меня это, кое-что для вас есть. Как я узнал читать разы, когда я снова пропадал. На сегодня я вернулся, ну а завтра я пропал. Я пропал, я пропал, я пропал и я пропал. Может быть завтра вернусь, а может быть я маргинал. Стрижка как стрижка, хз. Ну типа, стрижка. Тебе покраситься, не знаю, в какой-нибудь черный. Вау, Данкар, как ты преобразился. Теперь ты стал намного более крутым. И тебе ничего не помешает сделать миллион кубков в Бравл Старс. Бравл Старс. Бравл Старс. Слушай, ну, во-первых, я, пожалуй, заберу цепочечку, которую я тебе дал поносить. А вот, а во-вторых, ты что, покрасился, либо я что-то не понял? Ну, в любом случае, тебе идет, ты красивый, я, блин, с тобой бы провел вечер. Я не приветствую политические решения на... Я не приветствую политические решения. Дальше. Лайк поставьте и подписку оформляем. Потому что что? Потому что 50% людей не смотрят видео с подпиской. Короче, тыкайте подписку, тыкайте лайк. Спасибо большое. Поздравляем Данкара с 6 миллионами на Ютубе. Спасибо. Среди этих трех молодых людей, или не совсем, я выберу, конечно же, Даву. Дава — это самый лучший человек в мире. Даже моя мама не может посоревноваться с Давой. Я хотел бы, чтобы мой папа был Дав... Ладно, нет. Шучу. Не принимайте все всерьез, что сказано в моих роликах. Я не жду за пэн на руке. Так, я не жду за пэн на руке. Так, никто не снял видос, а
любой цвет идет, капец, круто. Блондин? Ты как блонд-то вообще вышел? Ты же совсем черный был. Ну, знаешь, блонд хороший цвет, очень тебя освежает, и выглядишь молодо очень, и краси. Ой. И как только под видео наберется 40 тысяч лайков, Богдан покрасится обратно в черный. Давайте ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Камеру включи. А, ой. Ой. Стоп, ты пока. Уже нифига, да, неплохо. Осталось только в Киев вернуться. 24/7 сурка. День сурка, день сурка. Вот сегодня день сурка. День сурка, день сурка. И опять уж день сурка. О, господи, какие же вы мерзкие. Там, блин, диагноз моей болезни. Это коды на GTA. Подписываюсь. Я не могу сказать, что я сейчас в полном порядке. Есть вопросы, которые мне нужно решить. Есть проблемы, которые нужно исправить. В скором времени я вернусь в Киев. Поэтому придерживаться нынешнего нового графика, где меньше роликов в неделю, я не смогу в ближайшее время, потому что буду занят. Небеса, ты моя невеста, моя невеста, ты моя невеста, мне интересно. Егор Крид, давай снимем ролик про Brawl Stars. Я не шучу. Это господь... Это официальное обращение к Егору Криду. Если ты не выйдешь один на один на Шелли, то пачка вареников из моего холодильника, она реально пропадет. И ты будешь виноват в их кончине. Подумай, Егор. Вареники могут умереть из-за тебя. Прими вызов. Один на один за гаражами на Шелли. Забились? Забились. Ого! Вот это вот, вот это я понимаю обработка. Заблокирую-ка я этот фан-аккаунт. Шучу. Вы скажете Photoshop, но в те времена не было Photoshop. Да вы чё, это Роналд уже, это друг мой. Вот смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите, я подписан на него. Мы друзья, значит. Ну, если он на меня не подписан, это не значит, что мы не друзья. Мы просто самые близкие друзья, реально. Смотрите, я ему пишу в директ. Вот, 2 апреля я спросил у него, спишь? Но он почему-то не ответил. Но это не значит, что мы не общаемся. Ну, я вот с ним в Киеве виделся. Вот с Днюхой поздравлял его. Кстати, вот, да. Так что... Мы с Криштиану Роналду настоящие братаны. Вот серьезно. Самые лучшие, самые близкие друзья. Докажите, что это не так. У вас нет доказательств. Нет. Вау, что это за приятный, красивый молодой человек, неужели это Данкар? У-ху! Братан, тебе идет круто. Реально, натурально, естественно, светленький, красивый, привлекательный. Под меня косишь, да? Ну ладно, давай, короче, пока. Фигалась, сюрпризы. Привет, красавчик, приход один, я сейчас тебе иду какому-то. Да-да-да, ну жду тогда. Что, телефон? В принципе, это неплохо. Следующий цвет должен быть седым. Следующий цвет будет блестящим. Блестящим, как моя лысина. Вот. Вот сегодня 19 число. И я что-то, ну, не смог заснуть нормально. При том, что я сейчас болею. Потому что на нервах, что, мол, там... Как вы примете? Забыли, не забыли? Ну, это стандартная штука. В общем, я вижу многое. Я вижу... ваши реакции. Я вижу большинство из того, что происходит, как вы реагируете, там, читаю комментарии и т.д. Так что не думайте, что мне по барабану. Мне приятно. Когда вы там... Данкара видит. Приятно, реально. Очень приятно. Подписывайтесь на инсту. Давайте там добьем 1 миллиард подписчиков. Ну, желательно миллион. Ну, желательно, в общем. Ай.
Если что, это нифига не пиво, это бунда... Бундаберг. Я был бы рад, если бы это было пиво, но это не пиво. Я не был бы рад, если бы это было пиво, но это точно не пиво. Это не пиво. Обман. Первое впечатление бывает обманчивым. Эй, у меня выпадут волосы сегодня. О. Смотри, Зеленский вот слушает мой трек. Вот кто знает, что играет в наушниках у президента? Вы думаете, им там типа перевод речи идет? Нет. День сурка, вот сегодня день сурка. Владимир Александрович, спасибо. Жека Дубовка, ты лучший. Да, подписываемся, хорошо, подписываемся. Сегодня я подписываюсь на фан-аккаунты. Вы, кстати, можете тоже быть тем фан-аккаунтом, на который я подпишусь, если вы будете делать посты или вообще хоть что-то. Ну ладно, хорошо, это моя проблема в первую очередь, потому что я ничего не делал долгое время. Но я благодарен тем, кто не свалил. Я вижу каждого, кто пытался свалить. Каждого. Я приду домой к каждому. И вот стану вот так и буду вот так вот смотреть на тебя. Вот тот фан-аккаунт, который хотел уйти из фандома. Вот стану на тебя вот так и буду смотреть. И чтоб тебе стыдно было. Что ты вот хотел свалить или хотела свалить? Вот пока пол под твоими ногами не провалится, я буду на тебя вот смотреть. Чтоб реально стыдно стало. Мы здесь предателей не любим и не ценим. Но если вы большой фан-аккаунт, который уже свалил и хочет вернуться, сейчас время! Самое время! О, кофе, привет! Кушаю пиццу, ору на свою камеру. CSGO кофе. Продолжаем. Я добряк, кстати. Очень добрый человек. Может 20 лет, может 22, может 23, 23, посмотри, нету часов, нету чего, нету часов. Not bad, Оливер, как тебе? Ему, видимо, тоже очень нравится. О, я же прям как-то не могу пережить ваш успех. На самом деле, нет, тебе очень хорошо, ты прям помолодел как-то, самериканизировался, скажем так. Цвет классно тебе идет, и не стригись больше. Офигенно. Нифига себе, не, ну сразу видно, человек пожил в культурной столице. Ну, как выпадать начну, говори, у меня есть запасные, очень крепкие, даже ухаживать не нужно. И если что, можно применить в любой жизненной ситуации.